Всем привет, с вами Джамбо Макс, и сегодня я вам расскажу мистическую историю о PlayStation 2. История реальная, правдивая, нисколько не преувеличена. Мой брат, мои друзья просто не дадут мне солгать. Плюс история интересная, я до сих пор не могу найти в ней логического объяснения. Если у вас будут какие-то предположения по моей истории, то напишите их в комментариях. И давайте начнем. История началась в 2003 году, когда мне купили PlayStation 2. Брали мы ее с рук у какого-то мастера, просто отдали ему Dreamcast и чуть-чуть заплатили за PlayStation 2. Dreamcast мы отдали по причине того, что игр на нее делать перестали, да и консоль в принципе устарела. Первой моей игрой, в которую я поиграл на PlayStation 2, стала Bionicle. Я был тогда еще в первом классе, был маленький, увлекался роботами из серии Лего, и игруха мне естественно зашла. Только вот за счет того, что я был маленький, я даже не мог пройти первую миссию. И из-за этого я долгое время на PlayStation 2 не играл. Потому что у меня, по сути, не было игр, кроме Bionicle. Да и, в принципе, я к ним немного охладел, потому что я не мог пройти даже первую миссию. Да, потом у меня стали появляться и другие игры, которые покупал отец. Но мне все равно это было неинтересно, потому что в то время я любил гулять, общаться с друзьями и тому подобное. Это нормальное детство нормального ребенка. Спустя, наверное, месяца 2, а то и 3, я все же еще раз сел за игровую приставку PlayStation 2, чтобы наконец-то пройти эту миссию. И знаете, я ее прошел. И прошел ее прям на изи. Знаете, это был такой переломный момент в моей жизни, когда я понял, что мне любая игруха по зубам. Я настолько в себя поверил, что начал проходить все купленные новые игры без проблем. Не все, но большинство. Потому что были такие игры, которые я до сих пор пройти не могу. Ну потому что они, ну, просто нереально сложные. И если вы хотите, чтобы я вам рассказал историю про самые-самые сложные игры моего детства, то обязательно поставьте лайк под этим видео и напишите соответствующий комментарий. На самом деле, у меня на PlayStation 2 было нереально много игр, так как, оказывается, мой отец покупал пиратские диски. И узнал я, наверное, это где-то спустя лет 5, когда пошел покупать ту самую игру, Spider-Man Friend or Foe лицензию. Посмотрел, что есть из новинок, и, знаете, обратил внимание, что коробочки там были какие-то не такие, и диск стоил порядка 600, а то и выше рублей. Но потом мне сказали, что это лицензия, и я смекнул, что все остальное, что я покупал за рублей 150-200, это... Ну, мне на это было пофигу, потому что, ну, пиратская. Что такого-то? В итоге настал такой момент, что PlayStation 2 отказывалась читать новые диски. Покупаешь игру, а она не запускается. Просто на экране плавали красные кубики и все. Это означало, что с диском что-то не так. Либо его надо было протереть, либо попробовать еще раз. Но пробовать еще раз не было смысла по причине того, что я пробовал до этого уже раз 100. И знаете, такая проблема была почему-то только на определенные диски. Если вы вдруг думаете, что это в прошивке, то нет, сейчас расскажу. После того, как у нас началась такая проблема, а началась она, наверное, где-то с момента выхода третьей части X-менов по мотивам фильма. Мы отвезли ее в ремонт, и нам ее починили. Как нам потом сказали, эта проблема заключалась в приводе, а именно в лазере, который читает диски, почему-то он там некорректно работал. Но в итоге починили, все было хорошо. Какой диск не запусти, она все читала. Читала она абсолютно все до выхода той самой игры Spider-Man Friend or Foe. Я вам уже рассказывал, как я хотел в нее поиграть, и поэтому я опробовал кучу дисков, как и на ПК, так и на PlayStation 2. Но она ни в какую не хотела на ней воспроизводиться. Вот, ну просто не читалось, и все. Мы пробовали воспроизводить этот и другие диски на других консолях, и там все было нормально. Поэтому мы исключали факт того, что диски были некачественные. Мне на этот момент был и ПК, но он начал тоже пудрить мне мозги. Далее вы историю знаете, если нет, то посмотрите мой предыдущий ролик о том, почему я консольщик. Когда у меня появился Xbox 360, я напрочь забыл о PlayStation 2 и отвез ее к бабушке. И пролежала она там довольно долго, наверное, около лет 5. Но когда мы переезжали, мы некоторое время жили у бабушки и нашли эту легендарную приставку. И естественно, захотели поностальгировать. Игры были, приставка была целая, почему бы и нет. Но на этот момент включения я просто напрочь забыл, как ей пользоваться, потому что там было две кнопки. Синяя отвечала за дисковод, а вторая зеленая за запуск игр. И чтобы запустить игру, там надо было нажать какие-то клавиши. Просто вставить диски, чтобы игра запустилась, такого не было. Нужно было либо один раз нажать на зеленую кнопку, то ли два после запуска диска, как-то так. В итоге, на момент включения я не мог запустить ни одну игру. Потыкав на кнопки, я все-таки игры запустил, но только те, которые у меня игрались всегда. Наигрался я в нее и опять положил. Прошло, наверное, год, а то и два, и мы с пацанами собрались поиграть в Xbox 360. И вдруг они вспомнили, что у меня, оказывается, есть PlayStation 2. Я им начал объяснять, что она не рабочая, она плохо читает диски, ну консоль уже все старенькая и нет смысла ее включать. Они настояли на своем, и мы ее запустили. Как вы думаете, что произошло? Она начала запускать абсолютно все игры. Я не поверил своим глазам, что такое вообще возможно. Ибо она запускала даже те игры, которые никогда не воспроизводились. Начал пробовать абсолютно все диски, я увидел ту самую игру про Человека-паука, которая никогда не запускалась. Когда я взял этот диск, я подумал: сука, ну если ты у меня запустишься, это будет трэш. Ну чтоб ты заигралась, ну это вообще нереально.
И что вы думаете? Она запустилась из первого раза! Она никогда не запускалась на моей консоли. Никогда! Вот вы просто представляете меня на тот момент? Как такое может быть? Я был просто в шоке. Я просто не представлял. Ну как? В итоге я отдал игровую приставку своим друзьям, коли она рабочая. И они начали без проблем в нее играть. Работает консоль до сих пор и читает даже диски, которые скачаны на болванку. Я не могу найти логического объяснения и объяснить, почему консоль, которая пролежала больше 5 лет, работает на все 100% при условии того, что она работала до этого через раз. Я просто был в шоке. Да я до сих пор в шоке, вы вот просто не представляете. После же я консоль забрал у пацанов, потому что они перестали в нее играть. И какой-то хер вообще выставил ее на Авито за 4000 рублей. Я вообще тогда охерел, просто охерел. Короче, сейчас игровая приставка у меня находится у моих братьев. И до сих пор отлично работает. Вот такая вот история, друзья. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши свои мистические истории о своей консоли или о своем ПК. А также напишите свои догадки насчет этой истории и свои предположения, как такое могло вообще произойти. Ибо я просто не могу найти объяснение на этот счет. Вот... Ну просто, это просто нереал, это какая-то мистика, и я в шоке, я просто в шоке. В общем, ребят, большое спасибо вам за просмотр, до новых встреч.